Народ, привет. Я так прикинул, что у нас получается уже вторая серия по пайке всяких электронных там приспособлений. Ну, просто по пайке назовем это. Вот. И сегодня еще одна у меня такая тема интересная. Есть у меня вот такие вот переходнички. Вот сюда вставляется два аккумулятора 18650. Вот, и как вы знаете, аккумулятор 18650, он тоже идет 3,7 вольта, и в итоге получается 7,4. Итого 2S аккумулятор, который мы используем для наших покатушек, трофи-моделей. Вот, заряжаю я их вот таким отдельным приспособлением. Вот. И хочу припаять вот к этой штучке сегодня штекер, чтобы можно было его воткнуть в наш регулятор, а в нем уже менять. Зарядил, допустим, несколько, там, 4 штуки. И, грубо говоря, на покатушку должно хватить этого. Так что вот сейчас посмотрим, попробуем. Проводочки вот тоненькие. Но я не думаю, что у нас там такая большая нагрузка. Попробуем. Будут греться, заменим на более толстые. Вот, так что сейчас мы с вами достанем еще разъемчик. Для начала, на чем мы будем паять. Лудить рукам. Берем штекер. Втыкаем наш паяльничек. Подготовим сразу термоусадочку. С прошлого раза мы у нас осталась отрезанная, которая не подошла. А мы сегодня сделаем немножко по-другому. Мы сначала... А почему не подошла? Объясню. Она вот сюда налазит, а дальше не идет. А мы сегодня сделаем сюда, их впаяем, чтобы они не коротили между собой. И дополнительно еще одну наденем. И получится у нас уже вот такая вот усиленная. Так что сейчас попробуем. К штекерам XT60 очень плохо прилипает олово, поэтому сегодня будем использовать кислоту паяльную. Не забываем, перед тем как припаиваться уже к месту, не забываем одевать термоусадку на провода. А то так часто бывает. Припаялся, потом заново. Немножко кислоты. И припаиваемся.
Вот, и подвинем широкенькую. Ну вот, соскочить она, в принципе, никуда не должна. Сейчас возьмем пару аккумуляторов и проверим. Так вот, собрал. Минус. Ну, они севшие 5,8. Надо сейчас их поставить на зарядку. Ну все, вот такой вот блок получился. Вот вольтаж идет. Ну все, включаемся. И достали аккумуляторы. Достали зарядничек. Поставили раз, поставили два и на зарядку. Все, аккумулятор заряжается. Если видео было интересным, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующем видео будем делать 2 ЯСАКУМ из аккумуляторов 26650 мощностью 6800. Будем их делать с балансом. Расскажу, как баланс припаивать, чтобы на заряжались каждый аккумулятор заряжался отдельно. Не вот так, как в этом видео, а уже от IMAX на балансе. Ну, от любого зарядного, который заряжает аккумуляторы на балансе. Ну все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Не забудьте классики.